Всем привет, друзья! С вами Григорьев. И сейчас я хочу вас попросить, перед тем, как мы будем что-то начинать, показать мне, поставить оценочки, кто меня смотрит сегодняшнее мое выступление. Так, сейчас я настрою немножко комнату. И посмотрим, насколько у нас задержка идет. Вот, судя по моему компьютеру, есть небольшая задержка. Слышно это уже хорошо. Сегодня трансляция проходит во всех социальных сетях, на Одноклассниках, на YouTube. А также проходит на нашей странице. И... Так, минутку. Еще одну минуточку пока все настроится. Не вижу я пока от вас оценочек. Поставьте оценки от 1 до 5, насколько меня хорошо видно и слышно. Как всегда, перед началом работы я протираю свои холсты, так как у меня холсты очень хорошо впитывают масло. И для этого я беру обыкновенное подсолнечное масло. Можно пользоваться льняным маслом, можно брать маковое масло, а можно пользоваться оливковым маслом. Без разницы. Но многие художники пользовались уже не одно столетие, наверное, оливковым и подсолнечным маслом. Хотя вот голландские художники, например, я слышал, что начинали с макового масла. А льняное масло я также знаю, и по своему опыту мы очень часто писали на льняном масле, работали раньше, разбавляя краску. Но вот что я заметил, то что льняное масло плохо вяжется и плохо сотрудничает вместе с титановыми белилами. Поэтому в последнее время я пользуюсь не льняным, а обыкновенным магазинным подсолнечным маслом. Если масло поставить на свет, то оно, в принципе, потеряет на солнечную сторону, где-то на окошечко, оно потеряет свой цветик. Также при нагреве теряет свой цвет масла. Получается практически прозрачным. Но сегодня у меня обыкновенное вот такое зеленцо, вы видите. Желтизна такая есть, присутствует. Я никуда его не ставил, не приготовил и... В общем-то, конечно же, пользуясь титановым белилом, ничего страшного не произойдет. И, естественно, вы будете также... Свет ушел туда. Подвинуть надо. Да, вот так. Естественно, вы не будете замечать. Вот эти зеленцы, потому что титановые белила, они покрывные, они очень хорошо перекрывают. Еще один плюс у подсолнечного масла, то что при высыхании краска не теряет своих оттенков, остается сочной, яркой, не нужно покрывать никакими лаками картину в будущем. В общем-то, одни плюсы. По цене тоже. И вот сейчас я просто ожидаю, пока мой холст немножко впитает маслица. Обычно длится это 10-15 минут. Но так как я один раз я уже покрыл, и вот сегодня жарко у нас, и я вижу, что вот буквально после даже второго покрытия холст становится опять же сухим. Для чего это делается? Вот неоднократно на всех своих выступлениях я рассказывал, что, а вы также можете попробовать практическим путем,
протянуть краску из тюбика на сухом холсте. Даже если вы будете эту краску разводить и делать жиденькой, то все равно холст он имеет такие вот поры, где краска не хорошо протягивается, не хорошо растягивается, поэтому, хотя есть холсты исключения, сделанных где-то на ПВА-клее, клеевой такой основе, после высыхания получается такое наподобие стекла. И вот там, конечно же, обрабатывать эти холсты маслом не нужно. Там можно писать сразу. Ну, а я пользуюсь именно вот такими холстами. Есть еще один плюс в том, что если мы пишем красочкой и по сухому холсту, она, в принципе, сразу впитывается в холст, сама краска, и высыхает практически мгновенно. Через час может даже масляная работа быть очень, очень сухой. Поэтому краска быстро высохнет, потеряет свои свойства. А, Таня? Принеси мне, пожалуйста, еще потом этот листочек какой-нибудь. Да, перед маслом, Лидия, я наношу сначала вот эту базу. То есть я подготавливаю холстик. Вижу, друзья, добрый вечер, пошли оценки, все хорошо видно, слышно. Я сегодня специально установил камеру так, чтобы немножко было видно мою палитру. Если вы скажете, что плохо будет видно, то, в общем-то, я могу пододвинуть еще ближе к холсту, и тогда будет получше наблюдаться то, что происходит на холсте, но тогда в этом случае не будет видно палитру. Вот есть один такой минус, может быть, в моей камере, так как она не захватывает все абсолютно. Если отодвигать дальше, то будет менее заметно то, что на холсте происходит. А сегодня я решил все-таки показать вам свою палитру. И буду пользоваться, в общем-то, вот эту картинку, над которой мы будем работать. Я сделал фотографию. А лучше всего, конечно, писать, если есть прямо вот дигитальная какая-то цифровая обработка с планшета или с телефона смотреть, там больше света. Но все-таки вот фотография – это один из неплохих вариантов, чем делать распечатку на принтере. И, в принципе, всю работу можно написать тремя цветами. Такой вот деревенский пейзаж. Я пользуюсь, вот она называется Prussian Blue, это синий FC, наверное, ближе к нему, темный синий. В принципе, если вы захотите писать и работать сегодня на ультрамарин перейти, то картина будет просто немножко по-другому звучать, в другой тональности будет, но страшного в этом ничего нет. Размер холста какой? Размер холста 40x60, я уже там писал ниже. Я уже ответил на этот вопрос. А, белила. При покупке белил нужно рассчитывать на то, что белила уходит 2-3 раза больше. И не бойтесь также выдавливать на палитру краску. Вот многие, я замечаю, что на своих уроках, что на мастер-классах я провожу. Если человек приходит, особенно со своими красками, боится выдавливать краску из тюбика. Если у вас тюбики с широким горлышком, и сразу вам покажу, чтобы в конце не зацикливаться на этом. Вот вы видите, что я выдавил, он полный. Полный, вот тут еще какая-то зеленца даже осталась. Полный тюбик. Если постучать его о стол задним, вот так вот о стол постучать, то краска проваливается в любом тюбике и практически до половины там еще есть место. И можно также остатки краски запихать с помощью мастихина назад в тюбик. А работать нужно интенсивно.
не отлучаясь на то, чтобы постоянно выдавливать на палитру, много краски, в принципе, сэкономить тоже не удастся, если мы даже... Примерно я знаю, что вся краска, она уйдет, и если даже что-то там чуть-чуть останется на этом холстике, то это будет незначительное количество. Краска, которой я пользуюсь, это краска Маги или Magic по-английски. И также есть хорошая краска, но это немецкая все. В данный момент вот краска Fon Magic произведена в Китае, а все остальные краски это Норма, Шминки, Ван Гог. В общем-то, масса таких хороших. И Винстон есть хорошая краска. За исключением, может быть, я не буду вам прям советовать. Ну, не советую брать. Вот она вот такая красочка. Georgian. Она такая вот скользкая, сопливенькая. И работать с ней, конечно, будет неприятно. А по русским краскам это, конечно же, ленинградская, Ладога, Мастер-класс. Очень хорошая краска. Берите для начала, для обучения, для того, чтобы понять, с чего и как мы начинаем писать, берите краску покрывную. То есть она должна быть не прозрачной, а покрывной. Сейчас я избавлюсь сначала... Видно палитру, да? Хорошо. Мне сегодня помогает Татьяна, как всегда. Сейчас вот она подошла. Листочек ты не принесла, да? А, ну хорошо. И если какие-то возникнут у вас вопросы по ходу сегодняшней работы, Татьяна будет в чате отвечать от моего имени на ваши вопросы. Или просто задавать мне этот вопрос, я буду озвучивать его. Вот сейчас ничего не происходит. Красочка тоже на палитре, она чуть-чуть имеет такое свойство, такое сметанное, как йогурт. И чуть-чуть я добавляю синий цвет белил. Краска, конечно же, не должна быть сильно жидкой и не сильно густой. Так, чтобы мы могли, нанеся вот это вещество на холст, с ним потом поработать. А первоначально можно покрывать, как вот делать эту подложку, сразу с голубенькой, синенькой начинать. Также можно взять охру. Картина будет по-другому звучать. Но, как я уже сказал, сегодня мы напишем с вами эту работу, используя минимальный набор масляных красок. Для чего это делается, особенно новичку, нужно понимать, что и с чем можно смешать, чтобы получить, ну, практически любые цвета радуги, используя только основные цвета живописи. Может быть, мы еще возьмем дополнительно какие-нибудь коричневые оттеночки. Например, можно взять также умбру коричневую или марс коричневый. Желтенькие можно различные поработать. Я возьму, правда, вот выдавил сейчас средний цветик у меня. Вот здесь вот еще один чат работает. Ты здесь ничего не увидишь. Это очень... Тут? Да, вот тут может быть. Поэтому наблюдай. А кисточки также по кистям. Я беру обыкновенные строительные. Вот такой вот флейц. И строительным флейцем это один из самых таких боевых вариантов, когда не нужно прибегать к большой стоимости, к художественных магазинах покупать эти кисти. Они, может быть, в строительном магазине быть не такого качества, конечно, как дорогущие художественные, но, тем не менее,
эти кисточки мало выступают. И некоторые кисти, вот такие флейцы, они уже у меня постерлись и прошли уже сотни картин. И ничего такого страшного тоже нет. По перспективе, небо, которое находится у нас над головой, оно всегда чуть-чуть темнее. Поэтому на картинах мы тут же сразу показываем перспективу, чтобы воздух уходил вдаль, и там вот где под горизонтом, там мы можем, конечно, засветлить. И присветлить, или засветлить эту работу. Сейчас ничего не выписывается, просто краска накладывается на каждый цвет, на нужное нам место. Здесь вот по низу, там, где будут находиться кусты, кустарники, строение под мостом, есть теневая, вот та вот теневая глубина, там, где вот возле воды мы нас наблюдаем, вот эта вот растительность, а она находится глубоко, там вот растительность, есть глубокая тень. Поэтому все теневые в первую очередь накладываются на картине. Для того, чтобы мне сделать темный оттенок, я беру сейчас синий, смешиваю, чуть-чуть добавляю туда красного цветика. И можно добавить, в принципе, немножко. Вот, смотрите, даже не обязательно добавлять сейчас желтого, но можно добавить при желании нанести еще желтого цветика туда. И вот таким практически черным оттенком, будет достаточно темный, даже темнее, чем индиго, нужно нанести все темные места там, где будет находиться у нас теневые. Глубина кустарников, глубина, вот по, примерно по фотографии, сейчас я не буду прямо-таки вдаваться в такую подробность и в тонкости того, что находится на фотографии, то есть не делать полной копии. Может быть, сделаю это с отступлением, плюс-минус. Никто нас за это не поругает. И нет такой задачи, чтобы прям в точности повторить там, что мы сейчас рисуем, то, что мы видим. А также и, в общем-то, на любых плейнерных работах мы выходим на плейнеры, быстренько-быстренько прописываем наши работы, делаем. Вот здесь, где будет травка, всю подложку нужно взять, беру чистый синий цвет, вот этот темный, и делаю всю подложку там, где будет находиться у нас уже трава. То есть вот сейчас вот с этой задачей, конечно же, справится любой из вас. Ничего здесь такого страшного нет. Точнее, наверное, пока это выглядит страшно, потому что нет никакого рисунка. Ну и кто впервые, может быть, смотрит мастер-класс, так как мы пишем, в принципе, все наши работы в течение 2-3 часов, поэтому мы работаем очень быстро. Что можно сделать? Для водички, может быть, чуть-чуть больше местика оставить. Вот это, наверное, единственное, что можно сделать, а все остальное все перекрыть надо темным цветиком. Вот так вот здесь будет край водички, далее будет у нас мостик, все это будем еще прописывать. Сейчас нужно с тем, что мы вот с этим безобразием, немножко потрудиться, поработать. То есть, что еще хочется сделать? Еще немножко, может быть, уголок притемнить. А вы должны той краской, которой вы пользуетесь, должны к ней некую такую привычку иметь и знать, что вот краска Magic, например, она после высыхания немножко темнее. То есть синие цвета, они забирают на себя больше и начинают свою пользу перетягивать. А
вот взять, если краску, например, норма, там наоборот, там светлые цвета. Поэтому вот здесь нужно некую такую привычку иметь. Задние планы и, в общем-то, все планы, которые мы сейчас вот здесь вот нанесли, с ними нужно поработать так, чтобы не было, особенно в темной краске, не было никакой структуры. А темный густой слой краски, пастозность, не любит темный цвет. Пастозно мы можем показать только светлые цвета и светлые оттенки. Ну вот сейчас пошла основная вот эта вот работа. Первый слой у нас грубым таким пастозно нанесен. И теперь нужно избавиться от этой пастозности. А избавиться можно как с помощью... Ага, я не взял бы стихинчика, да? Ой-ой-ой. Стихинчики, мои стихинчики. Одну секунду, я сбегаю за мастихином. Вот такой вот, гибкий, мягкий мастихин. А с ним очень легко приглаживаю вот так вот, как утюжком. Там, где у нас будут облака находиться, лишняя красочка, естественно, нам будет мешать. Поэтому от нее нужно избавиться сразу. А вот это вот то, что сейчас стягивается, кому-то, может быть, ее будет жалко, и вы можете также стянуть ее на холстик. Она еще пригодится для прорисовки травки, для всего остального. Но, опять же таки, я уже неоднократно говорил, что много краски, конечно же, вы таким методом не сэкономите. Нам нужно всегда материал на холсте. И с этим материалом мы должны работать. Иначе, если мы будем возить по сухому холсту, толку не будет никакого. Это будет только затруднение. Это будет затягивание работы. Ну вот это вот лишнее чуть-чуть. Чуть-чуть можно, конечно же, на палитру сбить. Если не будет никакого вещества на холсте, то вы сами поймете, что работать очень тяжело. Здесь вот вода, и сразу по воде можно вот такими вертикальными штрихами повозить эту красочку. Ну, а все остальное здесь под мостом, там будет темнота. Вот котиков и зря не убрали. Будет сейчас весенние песни. Также я пользуюсь вот такими обыкновенными рулонами, салфеточками. Что тоже очень удобно, не нужно никаких тряпочек. Эти тряпочки потом жалко выкидывать, и вообще жалко иногда пользоваться тряпками, потому что кто-то берет простыни для этих целей. Здесь чуть-чуть я сейчас навязываю еще раз холст светлых оттенков, там, где будет находиться водичка. И она имеет более такой голубоватый оттенок. Ну вот, а все остальное, естественно, здесь и по небу. Можно сейчас тут же написать облака. Для этого можно взять как кисть, так и мастихин. И вот примерно то, что мы там видим по облакам,
Сначала мы высветляем те места, где нужно нам высветлить. А вот лучше, наверное, на стихи. Единственное, что нужно взять привычку вытирать все время мастихин после того, как мы отрываем его от холстика. Ну и вот то, что я вам говорил, белила уже ушли. Теперь нужно еще раз белильц выдавить на холстик. И вот берем уже не смешивая с маслом, а чистые из тюбика, выдавливаем вот так вот. Я прям вдавливаю и ввязываю в этот холст. Иногда они сразу не хотят появляться, эти цвета. Но нужно заставить их, тем не менее, заставить их туда лечь. Если много краски, то, может быть, в каких-то местах, вот, где будут проходить сами кучности облаков, здесь можно, конечно же, еще чуть-чуть вытереть. Так, чтобы красочка лучше легла. И чтобы не мешалась она, не перемешивалась с первоначальной. Вот эта сложность, единственная сложность, когда мы пишем быструю работу, поэтому здесь нужно, конечно, иметь в виду, что первый слой он сразу перемешивается со вторым, и бывает, не сразу укладывается в холст. Попробуем. Ну вот кисти тоже, в принципе, можно в разных направлениях. Сильно не подходите к краям, к углам картины, иначе мы заставляем зрителя смотреть на работу именно в центр, направлять взгляд именно туда, куда мы хотим направить зрителя, а, естественно, не рассматривать углы работы. Ну вот сейчас так вот неопределенно. С краешками еще будем трудиться. Там есть вот такие какие-то перистые облака на задних далеких планах. И вот тут перед деревом, перед тропинкой. Все облака, вот то, что я наблюдаю, они имеют, ну что такое тут питает, они имеют такую вот еще водянистость, и нагружены вот этой водянистостью, водой, тяжестью, там, где уже, сейчас немножко я еще раз нанесу краски, а потом уже будем с этой краской работать. Добрый вечер, завтра будет доступно? Ну, доступности у нас есть, в принципе, мастер-классы всегда доступны. Завтра и послезавтра и всегда. А вообще в магазине, но так как я сегодня вам обещал, так как я много получаю писем, и некоторые письма не совсем лестного характера, ну вот люди думают, что мне жалко. Мне абсолютно не жалко, поэтому я, как и все художники, очень добрый. Дарю вам этот мастер-класс и работаю для вас бесплатно сегодня. По часовым поясам вот много тоже, опять же таки, сегодня мы опять дискутировали, и постоянно ведется дискуссия вот эта, друзья. Вы должны понимать, что я проживаю там, по отношению
к Владивостоку, например. Это совсем другой пояс часовой. И, естественно, мне неудобно для всех подстраиваться. Поэтому как-то уж не обессудьте. Мне, например, удобнее проводить мастер-классы в 8 часов по Москве, если по московскому времени ориентироваться. Кому-то, естественно, это неудобно. Кого-то это уже глубокая ночь, а где-то вечер. Ну, никак не 15 часов, потому что в 15 часов я часто выезжаю на свои мастер-классы, где я провожу, и днем мне приходится тоже работать. Ну, вот первый слой облачности. И можно под облаками... Я там наблюдаю даже фиолетовый такой оттеночек. И чтобы получить фиолетовый чуть-чуть, можно смешать красный с ультрамарином. Получится такой грязно-фиолетовый хороший оттенок. Можно взять чистый фиолетовый из тюбика. Опять же таки, я сегодня не принес. Поэтому я возьму нейтральный такой красный и синий. Получим... Ну, вот то, что мы здесь вот наводили. И немножко можно под облаками еще пройтись и нанести вот такие грузы под облака. Положить вот эту вот темноту так, чтобы она напоминала, что там есть какая-то тяжесть, водянистость. В облака также можно внести яркие оттенки, яркие цвета смешать и показать, что есть свет. То есть если мы, например, белило с красным смешаем, у нас получится такие алые оттенки, что тут уже можно со стороны света показать в облаках. Также можно завтрашним днем поработать, если, например, кто-то сегодня не успевает дописать все. Можно потом и завтра, и послезавтра, и вообще картины можно писать довольно-таки долгое время. Так, ну, где еще? Что-то тут можно. Вот свет сейчас по нашей фотографии... Где-то попадает он со стороны, вот мало видно здесь теневых, даже не видно. Вот если по этому дереву, то, наверное, тень, все-таки свет попадает с правой стороны, сверху, откуда-то отсюда. Поэтому мы можем левую сторону притемнить, нести на левую часть больше вот этой водянистости. Может быть, такую кто-то захочет грозовую сделать картинку. Здесь же никто не препятствует нам, и мы можем писать все, что угодно. Единственное, что те облака, которые близко находятся к нам, а они, в принципе, здесь не так далеки, они все близко, то облако, которое подходит к нам над головой, оно может быть очень такое пошире, побольше, а облака, которые вдали, они все-таки помельче чуть-чуть. Ну и вот парочку таких вот я только покажу. Может быть, не все. Не обязательно все забивать вот этой густотой темной. Ну, сделать такое некое настроение, скажем, чтобы это было не однообразное белое пятно, а так, чтобы это подходило на облако. С облаками у нас есть отдельные уроки, мы делаем, даже на нашей странице где-то были несколько видеоуроков, где писали, прописывали облака. Очень интересная такая тема, и можно, в принципе, затратить целую неделю на обучение только с облаками. Александр, вы без разбавителя пишете? Нет, я не работаю. Вы, наверное, опоздали.
Я не работаю, не пользуюсь растворителями, лаками, разбавителями, так как подсолнечное масло, в принципе, меня полностью устраивает, устраивает учеников моих. Причем, скажу вам больше, что оно просто полезно. Не в том плане, что разбавитель, например, он имеет какие-то химические составы, и у многих людей на него аллергия. А есть еще много разбавителей керосиновых каких-то, на каких-то керосиновых основах. Там, конечно же, вообще речи никакой не идет о том, что это полезно. Я работаю только на подсолнечном масле и краске. Причем холсты, те же самые холсты я покупаю для подсолнечного масла. А вот та зелень, ну, может быть, это будет широкая слишком, сейчас я поменьше возьму. И чуть-чуть я желтенькой красочки вмешал. Синюю, получается такой темно-зеленый цвет. Да, вот сейчас хорошо видно, кстати. А есть, вообще непонятно, да, по фотографии, есть и справа, вот здесь справа дерево, оно больше освещено, поэтому все-таки источник света отсюда выходит. И тут вот по этим листочкам я вижу. По кронам деревьев вот на кустарников на правом плане вот здесь. Видно, что все-таки с правой стороны и откуда-то сверху свет падает. Темно-зеленый такой вот оттенок, темно-зеленый. И заднее, вот то заднее дерево, вот это самое большое, которое на переднем у нас, ну скажем, это передний план уже. А мы всегда приближаемся, то есть мы идем сзаду вперед. Это будет тоже такая щетиновая большая кисть. Может быть, не совсем удобно. Нужно взять еще потоньше, может быть, так, чтобы удобно было повозиться. И, конечно же, там мы не будем прописывать все листочки. Вот здесь дерево, оно практически поднимается к кромке картины. Но примерно мы берем, отступаем от верха. Вот это будет, например, у нас кромка, да? И что мы там делаем? Не нужно вот это вот забивание какое-то или там перемешивание краски. Сейчас мы делаем просто какой-то узор будущего дерева. Причем не надо там ничего прописывать. Есть листочки, которые отделяются отдельно от дерева. И вот сейчас даже я не смотрю ни на фотографию, она не нужна. Здесь можно какие-то свои придумывать. Самое главное сейчас написать сначала темным фоном. Все, что находится в тени, темный фон, темно-зеленый оттенок. Но не забить так, чтобы это была одна вот такая кучность. Будет некрасиво в живописи. Не совсем смотрятся такие моменты. Многие берут, забивают вот прям кистью, флейцем делают деревья. И они получаются такие вот как мультяшные. Сейчас я пока мы не делаем никакой границы с землей, определяемся только с примерными деревьями. Вот есть второе дерево на вот более левом плане. Но, как я вам уже сказал, что все темные оттенки, они не очень хорошо смотрятся пастозно, поэтому не делайте это пастозно. Втираете эту красочку, она должна быть темной, но не пастозно. Пастозно уже поверх деревьев, все, что на свету. И вот сам низ. Вниз надо чуть больше вмешать синего, а может быть даже красного еще положить, для того, чтобы более темное было здесь. А здесь все-таки густота. Здесь больше листьев, здесь сама тень находится. И ее лучше сделать не пастозненько, а потемнее. Думаешь одно, а говоришь другое.
Вот что значит, пришли выходные. Так, вот левый участок каких-то деревцов, там сейчас я вам покажу, как еще отдельно можно прописать какие-то листочки. Ну вот сейчас забивается только вот этот темный фон делается, для того, чтобы на темном фоне мы работали дальше с деревом. Тут у нас начинается уже какая-то тропинка. Тропинку мы тоже сразу покажем. И чтобы сильно не уходить от работы, сейчас немножко я еще здесь приподниму кустиков. Так вот, прокручивая, стягивая с кисти красочку. В разных направлениях. И задаем вот эту вот некую такую структуру. На правом плане. Вот там за домами. Ну, можно будет и дома сразу. А потом дома можно будет перекрыть еще. Но пока я здесь не буду сильно отключаться. Здесь вот, если всю картину разделить на три части, то получается верхняя часть как раз таки вот эта 1/3. И здесь начинается у нас вот этот кустарник, который я наблюдаю с правой стороны. Всегда нужно чуть-чуть отталкиваться во-первых, на центр картины, и от центра картины примерно распределять все детали, которые находятся на работе, и также обращать внимание на края. Там, где, ну вот, как я сказал, например, дерево не выше, чем вот, например, край фотографии. Здесь кустик, он уходит как раз-таки в глубину вот сюда, вниз. Ну и вот самое темное место под кустом. Здесь я возьму уже красно-синим. Больше синего, чем красного. Вот тут вот это место. И сюда его нужно, может быть, даже другой кистью загнать. Здесь меньше всего попадает свет. Также перед водичкой вот здесь вот самое темное место, его тоже можно оставить. А все остальное там будет полянка, и на этой полянке будут расти какие-то, может быть, цветочки. А может быть, коровки пастись, козочки. Тут уже как вы захотите. Ну вот сейчас пока так. Картина, в общем, конечно же, не представляет собой такой вот сильной сложности. Можно очень быстро выучиться именно прописывать такие вот пейзажики. В общем-то, конечно же, они не за грани фантастики, чтобы там даже новичок не смог написать такой пейзаж. Достаточно только понимать, знать несколько правил, и все будет получаться. Сейчас мы не пишем никаких отдельных стволов. У нас есть листочки, которые мы можем отделить от дерева, так же, как и мы на фотографии наблюдаем. Там есть несколько листочков, которые отделяются. Они не привязаны к дереву. А вот также старайтесь не забить все, как в шахматном порядке, а сделать именно только частично в некоторых местах, где листики могут отделяться. Туда не обязательно доводить веточки, но вот это уже по детальности идет. Некая
первая прописка. Второй, третьей пропиской мы можем заниматься уже по высыханию работы. Ну и можно также набирать, например, ту же краску с холста, вот где мы видим, пастозно лежит красочка, мы ее можем зацепить. И вот с этой краской чуть-чуть развить наше дерево. Самое главное потом учитывать, откуда падает свет и где нам нужно высветлить какую сторону. Сразу давайте напишем там задние дома. Очень такие сероватые на фоне. Сейчас я все-таки возьму вот этой голубой, которая была первоначально использована для неба. Немножко красного, немножко больше красного. Ох, не так много. Все-таки красный цвет, имейте в виду, что он такой едкий. И поэтому с ним нужно чуточку аккуратнее быть. Не хочется все забивать такой серостью однообразной. Добавил я вот немножко еще здесь. Хотя, обратите внимание, всего лишь три цвета работают основные. Получаем такие вот более светлые, может быть, посветлее крыши будут. Как можно сделать? Можно перед тем, как писать какое-либо строение, взять мастихин и сначала нацарапать. Ну, примерно, как оно будет выглядеть или как может выглядеть. Вот. Ну и, как я говорю, в принципе, каждый из вас может написать свою деревню, свой домик. А кому как понравится здесь. Здесь попробуйте либо скопировать с фотографии, либо примерно обозначить то, что можно наблюдать на заднем плане. Хотя и можно крупнее прописать передний план домиков. Тут есть еще один домик. Можно такие простейшие домики написать. Здесь вот я вижу, что очень сложная крыша. Может быть, не сразу справится новичок с этой крышей, поэтому можно такой вот более-менее простейший домик. Не уходить в такие тонкости. Под крышей там есть теневая. Ее также нужно показать, что она есть. И есть сам вот этот дом, который не на солнечной стороне находится. Там, в принципе, сначала можно притемнить еще вот эту часть переднюю. А левую сторону высветлить. Вот. Но писать здесь, опять же таки, неважно. Там он очень далеко находится, поэтому я с вами потоньше кисточку еще. Так, такие вот вещи легче всего прописываются, не сильно жесткой, надо, наверное, взять синтетическую кисточку. И вот синтетической, синтетикой, ну, даже такой какой-нибудь. Чуть-чуть сейчас я уточню под крышей здесь есть теневая, она продолжение имеет, потом есть там какие-то окошечки. И тоже их особо прописывать не нужно. Возможно, только два написать. Потом вот эта сторона, она все-таки под крышей там практически черная, темная. Возьмем больше такой темненькой. И вот прямо под крышей показать темноту. Туда падает, не попадает свет. Ну и поэтому не будем туда загонять много света. Вот эта сторона, она на тон светлей, потому что здесь есть светик. Но там есть крыша, из-под крыши тоже не попадает туда светик. Вот. И есть второй домик. В принципе, мы можем его также сразу примерно показать, что здесь вот
Есть еще одно строение. Точно так же. Где-то там с левой стороны. Ну, вот все не будем прям точно-точно прописывать. Сейчас я... У меня есть еще тоньше кисточка. Здесь вы уже на свой вкус и цвет сами пропишите, как вам больше нравится. А там есть... В этом домике он находится. В принципе, они находятся, вот крыши, конец крыш практически на одном уровне. Ну, может быть, передняя крыша здесь, вот первого домика, чуть-чуть, может быть, ниже, чем того второго. И также у него тут вот есть теневая часть вот этого карниза первого. Потом есть продолжение, я не знаю, как называется эта деталь в архитектуре. Ну, скорее, что-то такое вот чердачного построения. Ну и левая часть, левая там вот в темноте находится, поэтому туда мы темноту сразу... Сразу темноту и показать. Я не беру для целей затемнения какие-то черные, темные цвета. Ну, вообще пользуемся редко. Художники берут иногда для затемнения черные оттенки, но не особо мы их любим. Поэтому достаточно... Хорошо справляется все само собой, без черных красок. Именно вот три основных цвета. Они делают практически те же самые. Черный можно получить, если смешать все три цвета между собой в определенной менге, как по-русски? Менге. В количестве, определенной массе, да, в определенном количестве. Вот так, примерно. И там есть какие-то окошечки, которые, может быть, в конце в самом еще можно будет точно прописать. Сейчас я не ставлю это на первоначальной задачи. Здесь вот на свету окошко, поэтому оно вроде бы как и светлое. Там есть рама у этого окна. Там есть какая-то балка у этого строение, есть еще одно окно. Все пока оставим такой загадочности. В общем, как и на фотографии, там есть тоже такая загадка. Строение находится вдалеке. Нет у него того, что нужно, что можно близко разглядеть. Там вот на самой крыше есть еще какие-то, то ли это шифер, то ли это просто досточки. Тут уже вы как сами захотите, так и можете прописать. Дальше есть здесь вот еще одна теневая. Можно уже взять побольше кисточкой и подойти, подразукрасить. Ну и свет. Свет можно положить сразу, в принципе, чуть больше красного, белильц. С красным нужно быть чуточку аккуратнее, потому что красным он дает сразу такой едкий красный оттенок. И вот здесь вот на крышу, на саму, она такая, опять же таки, живописная. На саму крышу можно положить что на переднюю, что на вторую. Какие-то вот такие блички. Они будут такие уже солнечные.
Здесь вот по самой фотографии также мы видим, что фотография сделана в такую погоду, как будто это было вот-вот перед дождем или после дождя, или вот такое вот пасмурно-солнечное настроение. Также хочется это настроение показать и в нашей работе, так чтобы был и свет местами, и была тенюшка. Вот есть какая-то труба там печная. И пусть на другой крыше тоже будет труба. Почему нет? Может быть, даже на эту сторону. И потом по трубе мы можем также еще и тень показать. Все уже в дописке, в доработке. Где-то какие-то блики мы тоже можем использовать в этой работе, более светлые. Все в наших руках. Ну и есть там еще одна крыша, конечно, самый даль куда-то уходит там. Ее тоже можно сделать какой-то намек, что там тоже что-то есть. Какие-то строения. И все, наверное, на этом, потому что сильно тут прописка не нуждается. А теперь нужно перекрыть все это дело деревцами, кустарниками. Где-то мы можем уже и к домику подойти поближе. Скажите, друзья, кто работает сегодня вместе со мной? Есть ли таковые? Вообще тема такая, она не всем, скажу вам сразу, что не всем сразу нравится. И только после того, как картина написана, люди начинают говорить: о, я тоже хочу так. Что, Татьяна, есть там какие-нибудь комментарии по этому поводу? Да, вот пишет одна девушка. Я смотрю на экран у тебя. Думаешь, как будто бы ты это сфотографировал. Где там проекты? Прописано. Нет, они еще не прописаны. Так. Ну вот это отлично. Обязательно загружайте потом в группу, в наши группы, ваши работы. Там есть специальные альбомы. И вы можете показать, что у вас получилось. Вот мне всегда очень интересно посмотреть и понаблюдать за вами. У меня довольно-таки очень много учеников по всему миру. И обучаются именно вот по онлайну. Я иногда провожу такие уроки, и частные уроки даю, и сравнивая первоначальные работы учеников и потом уже работы, которые через год получаются у людей по вот таким вот мастер-классам. Это, конечно, небо и земля. Человек многому учится. Хотя я на этот счет слышал очень много разных и других мнений, что якобы такие уроки никому ничего не дают. Не верьте, это неправда. Я вас уверяю, что если вы хотите научиться живописи, у вас обязательно будет получаться. Может быть, не с первого раза, не со второго, но с 10-го, 20-го. Это точно будет получаться. Переживать не нужно, опускать руки тоже не нужно. Работайте над собой, работайте над своей техникой, и все будет замечательно. Не только, в принципе, обезьяны. И вот я видел, выставлял ролики, и собаки, и кошки рисуют, и слоны рисуют, причем неплохо рисуют. Кто сказал, что у них интеллект нет? Но, ну, впрочем, да. Научиться можно всему, да. Скажи свое любимое выражение про связь. Сейчас, да, мое любимое.
мы не рождаемся с кистью в руках, поэтому учимся всему. Кисть раньше была с отверткой. Кто-то с отверткой, кто-то с кистью говорит. Так, едем дальше. Потихонечку двигаемся. Сейчас еще вот есть кусты, но на них нет света, как вы понимаете. Да? Есть только сама подложка теневая. Также хочется по самой травке. Вот здесь вот есть трава. И она тоже имеет глубину. Вот там вот, если мы присмотримся, мы рисуем сначала глубину. Только ту тень, которую мы наблюдаем. И вот после того, как у нас глубина есть, мы прописываем ее светлыми пятнами, светлыми травинками. А, в общем, получается такое правило. Мы пишем темным по светлому и светлым по темному. И только так у нас получается прописать полянку. Не буду я сейчас уходить в такую сильную темноту. Ну, вот, в принципе, достаточно темно, мне затемнено все. Где мы можем сейчас... И вот еще есть основная темнота, это, конечно, здесь под мостом. Вот сюда свет не попадает, вот именно вот в это место, поэтому здесь оно должно быть хорошо затемнено. Перед тем, как написать мост, а мост у нас, в принципе, как и те домики, будет более таким светленьким, поэтому нужно все это подготовить. И перед тем, как мы будем писать мост, особенно правую его сторону, ну или левую, здесь тоже, в принципе, слева мы можем чуть-чуть дописать кисть, а вот с правой стороны будет немножко тяжелее между вот этих всех балочек, досточек и так далее, прописывать вот те травки на заднем плане. Поэтому желательно, конечно же, включиться сейчас в первую очередь, прописать задний фон, как и, в общем-то, в правилах любой живописи, ну, особенно масляной, это когда мы уходим, прописываем и плавно передвигаемся вперед. Все верно, Ольга. Сегодня мы уже общались в одноклассниках. И я знаю, что у вас очень много работ. И довольно-таки замечательная работа. Так, чуть-чуть посмягчать. Ну и вот можно уже какие-то пятнышки наносить. То есть у нас есть чуть больше. Мы смешиваем сейчас желтого. И начинаем уже передвигаться на передний план какими-нибудь вот такими. Сначала просто мы, опять же таки, я показываю, где есть светлые тона, и потом по травке будем еще работать. Вопрос с YouTube. Скажите, как вы присылаете еще не высохшую картину? Ну вот есть такая возможность. Совсем не высохшую, конечно же, нельзя ее присылать. А у меня есть даже где-то видеоурок, как закрепить и транспортировать две свежие картины. Я ставлю второй холст рядом и закрепляю по углам, закрепляю два холста, направленные друг на друга, мебельный такер называется. Пистолет такой, да? Такер, наверное, немецкое слово. Ну, такер так и в России говорят. Да? Угу. Вот. Просто закрепляется по углам, может быть, еще вот по центру, такой картоночкой. Пробиваю этим такером, и все. И есть такие коробочки, которые уже предназначены именно по размеру холста. Запечатываю. Вот. Ну, не нужно дожидаться полного высыхания, в общем-то. Но желательно так, что эти коробки все-таки кидают, и свежая краска, она может отвалиться. Вот. Поэтому в этом, конечно же, есть неудобство. Хотя бы недельку нужно выждать. Но вот как у нас сейчас, например,
вообще прекрасно, то есть у нас очень жарко. Я думаю, через неделю любая работа уже будет подсушена. Ирина Викторовна пишет, даже просто просмотр урока дает возможность применить какие-то навыки в других работах. Спасибо, что делитесь с нами своими знаниями. Спасибо вам. Спасибо, что приходите. И спасибо, что учитесь с нами. Конечно же, сегодняшнее выступление, оно бесплатное, но, опять же таки, это не, ну, скажу, признаюсь сам честно, не без корысти, потому что люди увидят меня и придут на мои мастер-классы, которые я провожу вживую. А кто меня знает, в общем-то, конечно же, у меня очень много таких подарочных работ в YouTube. Ну, не только моих, многие художники делают так. Плавно начинаем высветлять и также смотреть, где будет звучать у нас краска больше или меньше, на каких этапах. Плавно приближаясь на перевод вот сюда, на передний план. И когда мы сразу, когда я набираю желтенького цветика, у нас получается, то есть у меня получается желтый цвет, смешивается с первоначальной подложкой, и тут же выходит зелененький. Вот. Самое главное не высветлить сразу, а самые основные блики зеленых оттенков в самом конце показать. Ну что еще можно? Можно еще сюда немножко красненького добавить. Для того, чтобы получились такие теплые травинки и не были такие вот более холодные. Здесь все холодное пока. Нет у нас еще самого солнышка, нет еще самих крон. Это нужно писать. Желтый-синим, чуть-чуть красного. Где-нибудь, может быть, вот здесь с краю. И получается вот она сразу такая теплота в траве. А как еще можно писать травинки? Вот так вот простукивая. Тоже очень хороший такой способ. Если мы пишем мастихином, например, можно мастихином постучать, можно вот так вот кисточкой, чуть потоньше, может быть, кисточкой взять. Есть, конечно же, более такой сложный способ. Это часовая прописка, мы сидим и берем какую-то тоненькую кисточку и каждую травинку прописываем. Но это очень трудоемкая работа, и можно годами писать. Что, конечно же, на мастер-классе на таком не позволительно будет делать. Сейчас я хочу мастихин куда-то теперь. Хочется еще вот эту вот дорожку сразу. Сейчас сделаю замесик. Вот этот замесик. И там вот есть на заднем плане светик. И потом по дорожке он приближается. А дорожечка, она у нас идет как раз к мостику. Такую вот желтенькую травку еще, оранжевую. Здесь мы тоже где-то должны с этой травкой поработать будем. Ближе к дороге. Тут не Маш? Не пишет? Подожди. Ну, а ты обнови, попробуй. Да, Полина, смотрите я эту запись. Она никуда не уйдет. Отвечаешь? Нет, я хотела ей отнести Полине. Я раньше здесь отвечала. Не надо это делать. А, вот.
Так, вот там я вижу перед домами. Здесь тоже не обязательно прописывать, прям вот все прописывать. Можно вот так вот простучать мастихином. И тоже получается такой неплохой эффект. Причем довольно-таки он очень такой легкий в написании. Тоже я уже много раз показывал. Где-то надо взять... Где-то маленьким мастихином, тоненьким, где-то побольше немножко. И вот таким методом очень легко, в принципе, показать всю травку. Вот, набрал не так много краски, чтобы здесь было. И вот такими касательными движениями отпускаем, касаемся, отпускаем. Продумываем только, где это должно звучать у нас, на каком месте по траве. И каким тоном. Где-то вот боком набрать на краешек мастихина. Не обязательно прям плашмёй, а где-то прямо плашмёй нужно положить. И плашмя, да. Вот, так, чтобы трава переходила тоже из одного состояния в другое. Где-то есть темные пятна, где-то светлые. Ну и смотрите, там же мы не можем все за два часа абсолютно все с вами прописать, потому что просто это нереально. А вот такой вот намек, это возможно сделать. Поэтому такими вот касательными движениями. Мастихин вообще вот такой замечательный инструмент, где мы можем очень много сделать с помощью него. Сразу откладываем. И дальше все обязательно нужно еще доработать кистью. Особенно вот там, где есть теневая, и мы подходим туда уже травкой, там есть такая приграничная зона между деревом и травой. И она может светиться в некоторых местах, поэтому вот более светлым таким тоном простукиваем. Но не сделайте это, не забейте все сплошным одинаковым заборным таким типом. То, что это было бы нереально в живой природе, потому что в живой природе ничего нет ровного, прямого и однообразного. Поэтому делайте это как-то, чтобы было какое-то разнообразие. Ну, также, в принципе, то же самое и в любом дереве. Нельзя писать однообразно стволы. Деревья растут все время на разных расстояниях. И не делайте сразу ярко. Яркие акценты, удары мы ставим только уже в самом конце, когда мы видим полностью работу. Сейчас плавно приближаемся с заднего плана к переднему, так, чтобы ничего не нарушать. Вот я вижу, что очень сильно вот это место кричит, и очень много света там, поэтому не очень хорошо. Там есть светик, более, может быть, теплый. Ну и дальше по тропинке. Тропинка у нас тоже не готова. У нас возле тропинки она также есть где-то темные, где-то светлые оттенки. Особенно по краям. На тропинке также травка растет в некоторых местах. Я попробую ее сейчас. В общем-то, мы можем, конечно же, сразу показать, примерно определиться с тем, где у нас находится сам мостик. Как мы это сделаем? Мостик начинается, вот если посередине фотографии брать, ну, в общем-то, это центр.
то есть центр работы, вот середина, да, пополам-пополам. Отсюда у нас начинается, вот где-то примерно отсюда начинается мостик. А отступаем также некое расстояние от края. От края некое расстояние берем. Ну, неопределенно. И также этот мостик у нас выходит вот на правый край, вот сюда. Правый край работы, это примерно вот на это место. Также середина работы. Это будет посередине, если разделить, будет вот эта вот дощечка находиться, то есть вот эта дощечка, которая проходит крайне. И вот эта дощечка, она идет как раз-таки, вот, если протянуть ровную линию, она идет в начало моста, то есть вот она, да. Ну а как вы видите, там доски у нас кривые, поэтому страшного ничего нет, если вы уйдете чуть влево, чуть вправо. Дальше также у нас здесь есть сужение моста. На переднем плане он широкий, а на заднем плане он сужается. Поэтому здесь как раз-таки нужно быть осторожным и не нарушить вот эту перспективу. Попробуйте пока нейтральным таким цветиком прогнать и посмотреть со стороны. То есть не сидите, не находитесь возле картины, так, чтобы не сделать ошибку по перспективе. Ну и что самое главное, прописать сначала не вот эти доски, а прописать сначала вот эти бревнышки под досками, которые лежат. Бревнышки, они имеют также у нас такой же темноватый оттенок. Чем ближе бревно к нам находится, тем оно чуть-чуть больше по структуре своей. И чем дальше, тем бревнышки становятся тоньше и меньше. Бревна располагаются практически горизонтально на заднем плане, и уже по мере приближения они имеют такой наклон, уже не горизонтальный, а плавно переходящий также по перспективе. Мы показываем наклон бревна. Так, из бревен, в принципе, берем тот же самый оттенок, как и на задних строениях, вот там. Немножко я, может быть, высветлю, чтобы было такое. Первые бревна у нас все-таки они имеют такой темноватый вид, грязный темноватый. Поэтому здесь нужно подобрать эту красочку опять. Что, собственно, вот и является самой сложностью. Если вы работаете самостоятельно, вам приходится самостоятельно делать это. Ну и сделайте пока без бликов, сделайте темные бревна. Первые бревна должны быть темные. Опять же таки, вот то, что я использую сейчас на палитре, это только три цвета. Поэтому смотрите, она уже какая разнообразная. И есть тут и коричневые, и есть и оранжевые, и зеленые оттенки, уже разных оттенков, и холодные, и теплые. Так, вот сейчас, ну, грубо говоря, делаю вот такими штрихами, ничего я тут не выписываю особо. Как вот по этой полосочке идет, вот примерно я выступаю, потому что здесь бревна находятся на разных выступах, то есть они чуть длиннее, чуть короче, но в принципе все более-менее одинаковые. И вот таким сначала более темным, и не забывая про вот этот наклон. То есть наклон здесь все-таки есть, может быть, даже больше на переднем плане вот тут. Ну и само бревно, оно здесь чуть-чуть пошире. Для чего делается темное? Сначала темное, потом на темный мы будем накладывать уже свет. Советую, если есть такая возможность, писать стоя, потому что стоя мы имеем возможность отходить от картины. Почаще отходите от картины, не зацикливайтесь на полуметрах.
это вам ничего не даст. Так как с близкого расстояния мы не замечаем всех тонкостей. Ну вот можно посередине какое-нибудь нейтральное, и потом еще посередине нейтральное, так чтобы мы понимали, где вот эти скосики у нас. И насколько уходит вот это вот, вот этот наклон. Ну и потом между ними забить. Опять же таки, не забейте, это как в заборе. Ничего ровного здесь нет, как вы видите. Есть где-то светлые, где-то темные. Сейчас идем пока по темным. И только потом делаем свет на... Ну, даже я здесь сильно ушел, я вижу сейчас вот со стороны. Нужно немножко по горизонтальней. К сожалению, у меня нет возможности здесь назад отойти. У меня как раз мешает в спину. Как он называется-то? Полка. И если у вас есть такая возможность, конечно же, отходите подальше. Убегайте в другую комнату. Нет. Я имею в виду, что расстояние 2 метра хватает уже для того, чтобы примерно определиться, 2 шага отойти от картины и, может быть, посмотреть в окошко, отвлечься немножко, не быть таким вот прям в картине. Ну вот сейчас это все можно поправить 100 раз. Поэтому страшного здесь пока ничего нет. Так. Дальше прописываем. Ну и вот по мере приближения, конечно же, у нас идет сам наклон, и сами бревна, они становятся длиннее здесь. Можно также, вот, в принципе, фотографии приложить, посмотреть, чтобы параллельно проходили. Ну, вот они у меня, в принципе, параллельные проходят. Да, вот где-то может быть вот таким. Все, теперь можно заниматься уже самим мостиком. То есть мы видим, где это находится, и уже понимаем, что где у нас на каком месте. За мостиком, как я сказал, вот здесь еще дописать сразу водичку. Еще вот здесь вот положить темного. Темных цветиков и поприподнимать, вот здесь чуть-чуть приподнять вот эту темноту, так как здесь берег, и как раз вот этот вот кустарник, он дает вот эту вот всю теневую. И сама теневая еще вот здесь вот дальше идет, она выходит здесь из-за моста, здесь особая теневая, потому что там мало попадает света, и тут, конечно же, нужна глубокая тень нужна на этом месте. Сейчас я лишнюю уберу краску, пока только нанесу ее. Можно взять чуть потолще кисточку. Ну и дальше, как вам заблагоразумится, можно мастихином, можно и кистью, в принципе, загнать вот эту тенюшу, теневую. Она, как я уже говорю, не должна быть пастозной, но темнота должна быть на этом месте, по-любому. Также и здесь.
избавляемся от пастозности. Разгоняем. Если не хватает краски, можно еще добавить. Еще раз по этому месту поработать. Ну, вот так вот примерно уже получается. Мы уже начинаем видеть, где что на каком месте находится. Самое, наверное, сложное в этой картине, это, наверное, вот этот мостик будет для новичка. Так, водички попить, посмотреть, что у нас в чате, что у нас тут. Тишина. А другой? Тоже. Ну, там один товарищ спит уже. Когда же мостик уже начнется, невозможно сидеть, уже уснул сейчас. Наверное, уснул. Мостик. Для мостика нам, как я уже сказал, картину надо прописывать полностью. Ну, это то, что мы не делаем, в принципе. А сейчас можно и в облака опять вернуться. Сколько у нас по времени? Час, полтора? Полтора часа? Полтора. Ну, полтора часа уже работаем. Не так много. А, вот сюда свет я хочу перед мостиком. Сразу забить его. И до теневых. Вот эта травка. Где-то я еще чуть позже я немножко поработаю с травкой. Сейчас это только краска, которая лежит на этом месте. Но меньше, не больше. Так, чтобы потом мне удобно было прописывать все вот эти стойки, перила, сразу уже под задним планом определиться и уже не касаться его так сильно. Здесь вот есть такие некие наклоны уже к воде. А, впрочем, на фотографии их тоже видно. И вот на эту теневую начинает находить более светлые тона, оттеночки. Тем самым показывается и глубина тени, и сама травка. Светлые оттенки, они, естественно, их видно уже. Также мастихином можно вот так в некоторых местах поприподнимать, повытаскивать на более светлую часть, более светлую на более темную. И тем самым тоже получается такая напоминающая на полянку, трава. Так, дальше идем. Есть холодные, есть темные. Про них не забываем. Здесь вот эти вот все остальные синий холст, синяя подложка, она в принципе играет на нас сейчас. Она есть, это теневая, и мы везде ее, она везде просвечивается. Как я уже много раз рассказывал про лессировку и как она делается. Лессировочная работа – это именно работа, когда мы пишем
с прозрачной краской работаем. А прозрачная краска, она после высыхания, мы видим, она просвечивает. И просвечивается первоначальный слой, просвечивается холстик, и просвечивается все, что мы там до этой краски положили. Так, вот здесь есть еще синюшные такие. А так как масляная живопись, она сохнет, и сохнет, бывает, что сохнет довольно-таки долго, прежде чем мы положим, например, после первоначального слоя, мы начинаем работать, после высыхания работаем с другим слоем, вторым, третьим. А если мы делаем серьезную работу прозрачной краской, а прозрачную краску также нельзя толстым слоем выкладывать. И в этом случае, конечно же, нужно выжидать до полного высыхания первого слоя, потом работаем со вторым, с третьим. Так рождается серьезная работа. Повтори, пожалуйста, еще раз, человек отходил, как пересылать невысохшие картины. Где человек смотрит? В YouTube смотрит? Да. Да, в YouTube, на нашем канале. Как трансплантировать, наберите, как перевозить картины, как транспортировать картину. Там есть полностью описание, не описание, а полностью видео, как это делать. Кратко скажу вам, что два холста скрепляются лицом к лицу между собой. Мебельный такер с помощью уголков. А если вы хотите посмотреть видео, наберите, там есть видео еще, вы увидите это все своими глазами. Все своими глазами увидите. Так, сейчас я добавляю еще немножко теперь светлых оттенков. Хочется уже постепенно переходить на какие-то блестюшки светлых листочков, светлой стороны дерева. Здесь не совсем у меня взята желтая, но она, в принципе, желтая, но я ее немножко добавил сюда красненького цветика, так, чтобы не совсем холодный цвет был. Ну и вот не везде, не полностью забивая, а там, где только может звучать этот такой вот просветики появляться. Так, чтобы дерево усложнить. Ни в коем случае не полностью и однообразно не забейте. Иначе не получится дерево. Спасибо, сказал. Также вот. Уже вот здесь, на кустарничке, на этом. Я сейчас так вот в общих тонах, в общем рассказе, слегка. Естественно, нужно мне будет потом отлучиться, посмотреть, отдохнуть и, может быть, еще там где-то какие-то моментики прописать, потому что все равно, кто бы ни был, профессиональный художник или новичок, отдыхать нужно. Нельзя за раз вот так даже за 2-3 часа написать все идеально, нужно чуть-чуть отвлекаться от работы. Хотя бы 5 минут делать какие-то перерывы. А уж тем более писать и рассказывать, это очень тяжело. Можете попробовать, запишите себя на камеру, как вы пишете, и рассказывайте все это время. Если у вас получится, то приходите к нам на проект, обязательно примем вас. Будете работать вместе с нами. Такая возможность есть у каждого из вас. Там, где красочка сейчас сильно кричит, опять-таки, все нужно плавненько, вот так вот, плавненько перехода. И все анализировать. Так, чтобы
Рука художника всегда работала вместе с головой. Не просто вот так взять попусту, непонятно как. Обязательно продумывать то, что мы делаем. Все, дальше приближаемся ближе к мостику. Ближе к мостику и вот сюда. На мостик мы можем уже на края, на некоторые края бревнышек положить свет. Что мы сейчас и сделаем. Так, чтобы это не было просто одним темным пятном. Нужно поразбавлять вот теперь чуточку красного, чуточку. Вот сейчас вот она на самом деле палитра уже настолько сложная, что вот если вы меня сейчас спросите, а какой здесь цвет? Ну вот чуть-чуть красного, чуть-чуть желтого, чуть-чуть белильц, чуть-чуть синевы. И вот из трех цветов мы уже получили уже все цвета радуги практически здесь на палитре. А именно вот таким способом новичок начинает понимать, что в принципе можно, все говорят же, масляная живопись очень дорогая. Да, дорогая, если мы будем 28 цветов в наборе брать. Дорогая, если мы будем брать какие-то кисти, которые стоят сумасшедших денег. А я знаю, что есть кисти по 120 евро, например, одна. А также есть краски 129 евро, там 100 миллилитров. А если мы будем опираться на какие-то вот такие основные, что нам нужно для этого? Красный, синий, желтый и белила. И вот у вас уже есть, в принципе, начало того, что, с чего мы можем начинать. Строительная кисть, ну и таких пару тоненьких кистей, которые мы можем всегда купить в каких-то художественных магазинах. И с этого мы можем начинать. По мере того, как уже будет получаться, там уже можем покупать более дорогие, может быть, имея возможность продавать свои работы. Замечательная картина. Можно написать коробку и беленькую полочку? Вот что я с самого начала сказал, что каждый из вас может написать свою работу. Коровку. Было сказано в самом начале. Коровок, курочек, козочек. Да, может быть, кто-то здесь на полянке загорает. Детишки там, не знаю. Ну, это все, что угодно можно сделать. Все в ваших руках. Ваша работа, делайте, что вам будет заблагоразумиться. Ну вот сразу та трава, которая может отражаться уже в воде, здесь вот легкие такие вот надо намеки пустить уже по отражению. Смазывая в вертикальном направлении, ни в коем случае не завалив его ни вправо, ни влево, а именно в вертикальном. Опускаем вертикально, без всяких завалов. Ну и пусть она переходит из одного состояния в другое, что тоже будет красиво смотреться. Боба Вейн пишет, я тоже хочу на проект. В связи с этим два вопроса. Где проходить кастинг, где записываться, и камера для тренировки нужна, я так понимаю, с жестким диском, так как DVD маловато будет. Нет, для участия в проекте вам нужно, как зовут? Боба Вейн. Володя, наверное. Да, наверное. Для этого нужна веб-камера, обыкновенная веб-камера для скайпа. Не для диска, а для скайпа. И в YouTube свой канал, где вы можете записать видео, пока, может быть, в закрытом виде. И потом вышлите его мне, и мы посмотрим,
что с этого получится, в каком качестве оно будет. Заполните анкету, у нас есть анкета на сайте, сайт malerklasse.com. Выключила? Угу. Ну зачем ты так делаешь? А, переклама. Угу. Все, хорошо. Не щелкай, пожалуйста, ничего. Угу. Я бы не хотела. Вот, и на сайте malerklasse.com есть анкета, где вы ее заполняете. Сотрудничество. Там вот где контакты, там есть анкета по сотрудничеству. В общем, все. Как-то так. Камера для тренировки с жестким диском. Не, ну камера есть, конечно же, можно отдельно на камеру записывать в цифровом формате, там в хорошем качестве и так далее, и тому подобное. Это уже все в дальнейшем. Для участия в проекте не нужно этого делать, потому что мы не вещаем с камеры. Мы вещаем с веб-камеры. Вебка. Именно вебка нужна. Вот здесь вот по травке она также наступает, находит на тропинку, на саму. И то, что я сейчас делаю, это как раз-таки вот этот моментик. Дальше здесь будут какие-то травинки расти, которые будут выступать на водичку уже. Переключи на YouTube. Спасибо. А, ты про что говоришь сейчас? Про... А, я тебе объясню потом, почему здесь не так совсем. Угу. Все, здесь будет у нас трава. Трава. Которая растет уже на воду. Вот. Ну и тут по детально, конечно же. В принципе, можно ее в самом конце вот здесь прописывать. Здесь уже такое можно сесть. И только вот с этим уголком можно возиться, в принципе, достаточно большое время, потому что здесь такую мелочевку можно написать. Уточнить все детально, такой жиденькой красочкой. А если завтра пишете, еще лучше будет, потому что первоначальный слой уже станет и не будет мешаться. Вот какие-то там листочки. Там же не только у нас есть и листочки тут. Один листочек может где-то светлее быть, другой темнее. Вот. И тут есть уже создается у нас вот это настроение передних травинок сверху. Сверху можно написать какие-то шапочки, вот там есть что-то такое. Не знаю. Ну, в общем, здесь, конечно же, вы сами уже можете понапридумывать. Так, еще хочу в тень пустить, особенно вот здесь вот переход, где трава и вода. Скажите, пожалуйста, какие кисти лучше использовать для работы маслом? Щетина и синтетика нужна. Два вида. Синтетика для более мягких таких укладок и щетина для навязывания в холст, то есть там, где вы жестко работаете с холстом, там нужна щетина. Тонкие кисти – это все
синтетические в основном. А вообще можно писать масляную живопись не только кистями, можно мастихином. Одним мастихином можно написать картину без каких-либо проблем. Также можно написать руками. А если нет инструментов, можно, например, там салфетками пробовали писать. Вот так вот просто для интереса. И все получалось. Вот такие картины, как по Геркин Грэм, например, у него такой красочно-пастозная такая живопись. Там можно все, в принципе, мастихином писать, там и кистей не нужно. Кисть может быть только для более такого ровного протягивания ствола, например, или чего-то такого, не более того. Хочется еще по облакам немножко. Облака сделать чуть-чуточку, сделать их таких посочнее и положить туда светик. Потому что, ну, совсем они, у нас есть теневое облако, а есть еще свет и, может быть, вот такой вот с розовинкой, там, красного с белицами поднамешать. Таким светиком еще пройтись со стороны солнышка. Ну и со стороны вот там есть такие облачка, которые они немножко протягиваются. То, что я вижу. Можно попушистить. И положить вот такой еще светик. То будет тоже очень интересно. И сразу облачко наберется такой вот солнечный светик, солнечный оттенок. Появится. Желтый я бы не советовал сейчас. Желтым цветиком, конечно же, можно было бы сделать это еще интересней. Но если вы возьмете сейчас желтый, то он сразу у вас зазеленит. И если вы будете желтый брать, то только не сегодня. Только после высыхания можно уже получить какие-то вот интересные такие переходы. С помощью белил и желтого такой вот яркий свет еще добавить. Ну а сейчас без желтого. Будет тепленьким вот таким. Также, чтобы оно сильно не кричало облако, вот видите, вот есть такое выделение, там может такое быть на самом деле. А может и не быть. Если вам не нравится, попробуйте сначала положить цвет, а потом поработать с ним. Возможно, если она сильно будет выкрикивать, убрать. То есть вот сейчас появился прям вот свет-свет с этой стороны. С ним можно немножко вот так вот порастушить его, чтобы оно не сильно кричало. Также по нижним облакам. И также нужно будет весь свет показать тогда и на деревьях, и на крышах. Работа сразу зазвучит. Видите, как иногда вот даже рука иногда помогает, то есть мы можем некоторые вещи вот так очень хорошо, плавно растушевать, вогнать один цвет в другой с помощью пальца. И будут достаточно интересные такие переходики. Ну, вот тут нужно продумать, приходить ли с этим цветом на левый край работы. Может быть, левый край оставить более таким темным. Все нужно сначала прописать, я думаю, что всю работу, а потом определиться уже с тем, что стоит ли подходить туда таким светом. Или не стоит. Или, может быть, приглушить его. Также смотрятся вот такие блики солнечные. Если не использовать сильно вот такой алый цвет, ну то есть белило с красным,
можно, например, попробовать сначала, очень хорошо будет играть сиена коричневая, брут сиена, сиена коричневая с белильцами. Она тоже немножко краснит и тоже уже такой готовый цветик, в принципе, для того, чтобы не попутаться, то есть вот не сделать именно слишком ярко, слишком яркий переход, потому что слишком ярко — это тоже не совсем хорошо. Нужно вот именно в меру как-то. Ну вот и для этого всем советую, особенно вот новички, когда рисуют, начинают писать облака, ну и вообще все, все, что есть в природе, а особенно когда человек работает с облаками, потом он начинает обращать внимание на облака. То есть мы также выходим на улицу и начинаем смотреть. Если раньше мы не замечали этого, то после того, как мы сталкиваемся с рисованием, с живописью, мы начинаем обращать внимание на все. Смотреть на воду, на небо, на облака, на строение их, на все абсолютно. Почему говорят, что художник смотрит вообще по-другому? Ну, может быть, вот это и есть единственное отличие от того, что человек, который занимается живописью, он всегда подолгу может часами наблюдать за движением воздуха. Также на огонь мы смотрим, он как-то уже притягивает, в принципе, всех притягивает огонь. Ну, также вот примерно такая же ситуация с небом. Едем дальше. Все у нас к мостику мы не можем подойти, да? Появился свет, и свет хочется также его дальше продолжить. В принципе, если кто-то из вас устал, или как мне там написали, кто-то написал, что быстрее уже устал смотреть, можно остановиться. Видео все равно останется. Придете завтра и посмотрите. Положение. Да. Ну вот будут такие вот блики, хорошо смотреться, где немножко красненький присутствует со стороны, опять же таки со стороны света, и получаем такие уже более теплые оттеночки. Тоже надо вмешать в деревья где-то аккуратненько, так чтобы не сбить эту форму и получить именно еще помимо темных холодных, получить еще светлые теплые на со стороны света. Также из-под теневой может тоже светик выходить. Это тоже правило. И тоже очень часто используется в живописи. Здесь вот на передних кустиках, возле домиков, тоже есть кустики, и тоже можно, в принципе, сразу их показать. Вот. Вы, наверное, заметили, я постоянно перехожу из одного места в другое на картине. Для чего это делается? Для того, чтобы глаз не замыливался и не оставался на одном месте, для того, чтобы у нас, чтобы я, если я не отдыхаю, ну хотя бы вот таким методом отвлекался. А если же, конечно, есть возможность отвлечься, сделать паузу и положить кисть, не писать, попить кофе, продумать какие-либо действия свои,
проанализировать, после этого опять приступить, то это просто... Художники много говорят об этом, что писать легче всегда в тишине, когда никто не мешает. Может быть, даже музыку слушать дополнительно. Быть полностью расслабленным. Вот такие мастер-классы, которые мы проводим, они на самом деле новичку, конечно же, не вытянуть их в том плане, что особенно мужчине. Вот женщины еще справляются с этим, а мужчинам, ну, прям вообще туго. У меня, если я смотрю фильм какой-то по телевизору, я могу вообще никого не слышать. Хотя рядом будет меня спрашивать о чем-то. Так вот устроены мужчины, что мы можем делать только, наверное, что-то такое одно, не отвлекаясь. А вот женщины, они наоборот, у них они могут несколько дел одновременно. Могут гладить, смотреть фильм, раз еще по телефону говорить. Да, и могут еще поругаться с мужем, когда муж смотрит фильм. Вот задний план, там особо ничего прописывать не нужно. Вот те вот деревца, они больше в такой в синевой. В синь отдают, и особо там не нужно ничего такого. Да, как я уже сказал, пока не все, может быть, разбежались, если есть желание купить эту работу, сегодня готовую будет, то есть такая возможность в прямом эфире на нашем сайте masterclass.com сделать ставку. Работа продается 10 тысяч рублей с доставкой по всему миру. Ставки принимаются только в чате на нашем сайте. Я тебе говорил вопрос про кисти? Да. Или я не ответил на него? Я же ответил. А я не помню. Вот кто из нас женщина? Я была другим занята. Я только что рассказывал. А что там про кисти было, что какие кисти? Да, я сказал. Кисти используют для работы маслом. Да, жесткие, мягкие, синтетика. В общем, много не надо кистей. Нужен флейт какой-то, вот типа такого. Вот, синтетика вот такая плоская. Ей можно как ребром писать, так и вот по ширине. Ну и там, не знаю, самая тоненькая, может быть, для каких-то деталек. Вот этого и достаточно. Особо мы там ничего такого. Дешевые строительные кисточки. Нет, эти не дешевые, а есть, конечно же. А вот здесь у меня, кстати, я отвлекся и написал не по картинке, а написал больше похоже на елку. Ну да ладно. Что можно сделать? Можно вот так сначала первоначально повыбирать красочку и попробовать наметить, где будут находиться какие-то у нас вот эти вот стволы. Так, чтобы не забить однообразием, нужно обязательно учитывать то, что не находились стволы на одном расстоянии. Из одного места могут выходить сразу три, например. А ствол может делиться напополам. Но обязательно было какое-то вот разнообразие немножко. То есть не так, чтобы одинаково раз, два, три, и все на одном расстоянии абсолютно. Сделайте это. Пробуйте также по стволам, чтобы не было вот этого неприродного вида. Дальше посмотрим, что мы сделаем. Здесь уже, в принципе, они не как кусты у меня нарисованы. Ну, хотя тоже имеют право на жизнь. Можно и деревья сделать. Это, разницы нет. Можно как кустики. Так, едем дальше. Потом нужно будет их прописать. Сейчас это только легкий такой
Намек опять же таки. Принеси водички, пожалуйста, у тебя есть, да? Аккуратно попейте. Как-то беда. Дальше у нас идут, вот тут есть такие, спасибо. Так. По мостику. Еще у нас по мостику есть же такие какие-то бревна, которые отходят у нас в сторону. А именно вот здесь вот в конце даже заканчивается практически. Вот тут стоит какая-то у нас какое-то бревно. Ой-ой-ой. Это будет у нас. Сразу их наметить. Они такие больше и толще. Немножко синего, чуть больше красного, чтобы такой в коричневую уйти. И строго по одно стоит по вертикали. Оно уходит. Я так понимаю, это был какой-то старый мост. И старый мост, он уже неким таким методом порушился. Его пытались, наверное, несколько раз уже. Здесь, в общем, вот так вот наклон идет. Можно чуть выше взять. Думаю. 1/3, наверное. 1, 2. Да, ну почти 1/3 работы. То есть вот сюда 1/3 на 3 части делим. Примерно будет вот эта высота. Опять же, таки не факт и не столь важно это, что если так будет или так будет. Здесь я вижу несколько, здесь есть еще один. Вот эти детали, они сейчас здесь будут все добавлять и добавлять какой-то интерес к этой работе. Так, здесь больше красного, чем синего. Дальше у нас здесь тоже можно сразу показать по свету. Дальше у нас идет, практически она завалена немножко по, вот как эти бревна проходят, также здесь проходит по горизонту, но не строго по горизонту, имеет некий такой завал сюда в левую сторону. Нижняя часть бревна, она темнее, потому что туда меньше попадает свет. Дальше идет еще одно. Вот это бревно, оно практически уходит сюда в край. То есть по фотографии мы также видим практически в край. И есть еще одно вон там, где-то чуть дальше. Вот здесь. И оно идет также не по горизонтали, а немножко имеет наклон. Также есть. Также есть у нас подпорки. Есть вот Ленинградская область, где я родился, там. Очень много таких мест, на самом деле, деревенских. И есть такая река Тихвинка, где очень много еще Петр Первый строил шлюзы. И они до сих пор остались. И только вот качество, конечно, постройки уже не такое в хорошем состоянии. И половина из них, по большому счету, уже развалены. Я вот любил ездить по этой речке, очень часто на рыбалку мы ездили.
очень хорошие места, такие красивые. Поэтому вот и в моих работах присутствует достаточно много таких вот и деревенских пейзажей. И я люблю российские вот такие вот мотивы, заброшенные дома, где-то в деревнях, где-то вот дикие места. Надо сказать, что немцы тоже любят это рисовать. Да, я, кстати, не ожидал. И когда начал работать уже с немцами, оказывается, немцы очень любят российские такие пейзажи. Дикость в природе. Что меня, в общем-то, поразило. Не только они пишут вот эту абстракцию, но есть любители такой живописи. Не современно, а именно вот в том плане, что... А смотрите, надо... Каждое бревнышко там имеет какие-то штрихи такие вот, да? Эти штрихи тоже надо будет. Потом все вот тоненькой-тоненькой кисточкой все это желательно будет нужно прописывать. Вот есть какая-то опора. Не забывайте про свет и тень. Свет и тень – это важно. Так, чтобы получился объем, нужно показывать и свет, и тень. И не только, там вот есть несколько опор. Тут вот еще одна опора. Ну вот видно, что мостик чуть-чуть заваленный. Его нужно опять же-таки поправить будет чуточку. После того, как появились вот эти детальки. Ну и давайте сразу поправим его. Ивановская область, край заброшенных деревень. Сюжетов море, приезжайте. Зовете? В Иваново я тебя не пущу. А Иваново что? Это же город женщин одиноких. Да ладно. Да-да. Город невест. Город невест. Хорошо. Кому? Невестушки там везде. Хорошо, Таня. Чуть-чуть поравняем мостик немножечко. Ну вот плавно-плавно начинает что-то такое вот сейчас выписываться. Еще нет ничего особенного, но постепенно что-то такое. Конечно же, тоненькой кисточкой можно еще детальнее это все прописать. Обязательно нужно будет еще светик положить. Здесь мало света. Этот же светик, каким мы писали на домах, блики, тут же он есть еще и на самом мостике. Это уже в прошлом. Иваново, город студентов. Вот, видите? Вы правы. Мужчин туда запустили. Там же была в Иванове, по-моему, фабрика какая-то, да? Ткацкая, да. Насколько я помню. Поэтому там и девушек было много. Видите, здесь я специально оставил чуть больше места для воды. Ну и, наверное, будет приятнее смотреться, что там чуть больше. Не так уж сильно, чтобы заросше было. Хотя еще перекроется это все травой. Ага.
Так, вот тут еще, тут надо будет рассчитывать на... Ну, в общем, можно, конечно же, дотянуть вот эти бревна чуть дальше. И тем самым мостик получится интересней. Так, перекрываем, наверное. Попробуем сейчас перекрыть сразу вот эти вот досточки положить. Пока без перил. Ну, поярче их можно. Хотя тоже сначала это делается такой не сильно яркой. Они чуть ярче, чем эти бревнышки, но сначала делаем нейтральным, показываем, что там что-то лежит такое, тем самым продолжение будет сейчас у нас, вот, и потом, естественно, каждую досточку можно еще обработать, прям на досточках можно написать вот эти узорчики, как обычно любят эти дерево, ну и все здесь такое вот кривое, ничего ровного пока нет. Можно еще одно сюда. Также и с этой стороны. Чем хороша вот такая кисть? Ей можно работать как боком, так и вот выводить на широко. Хорошо прописывать листочки. Очень здорово получается такой вот синтетической. Хорошо прописывать вот такие вещи. Где-то я провожу острым концом, а где-то нам нужен поднажать на нее или, возможно, даже развернуть. И тем самым получается вот такое, такой эффект вытягивания. Ну вот, как вы видите, сейчас доски сильно кричат, то есть цвет очень такой ярковатый. Его нужно поуспокаивать. Ну, может быть, в некоторых местах оставить яркий, а в общем, конечно, чуть-чуть успокоить. Хотя на следующий день они сами по себе будут уже такие более-менее спокойные, потому что красочка, она перемешается все равно между собой. Ну что там, не разбежались? Есть там вот что на YouTube? Посмотри. Ага, люди есть, конечно, да. Я думал уже остановиться на этом. Нет, рисовано. Чтобы не мучать вас. Так, ну и доски у них есть, как и передние, конечно же, такие. Эти вот надо уточнить все. У каждой доски есть края, она объемная же, поэтому на краях нужно притемнить обязательно. Хотя вот допускается, в живописи допускается, что мы не будем прям вот все-все-все точно-приточно уточнять. Можем совершенно спокойно оставить и недописанные некоторые моментики. Вот я сейчас сразу теневую беру, положить вот хочу под каждую досточку. Она обязательно нужна. И смотрите, что происходит. Сразу появляется объем у этой доски.
По сути говоря, ничего тут не прописано так сильно. Есть вот сюда еще теневые нужно на сторону. А теневые на края бревен нужно положить. Они не просто так заканчиваются. А есть, конечно же, там есть свет, есть тень. Про него никак нельзя забывать. Ну вот краска должна быть чуточку такая вот она жиденькая. Не совсем прям густая, чтобы можно было с ней работать, чтобы она укладывалась. Если чувствуете, что она не тянется, плохо тянется, рвется, возможно, что она густоватая. Если слишком жидкая, она будет у вас сопливить, буксовать, тоже мало приятного. Дальше идем. Мы попробуем вот здесь вот теневые бревен. Они есть, но более темные, более такой вот надо нейтральный такой выбрать цветик, чтобы он чуть темнее был. Ну и сделать, что здесь все-таки есть бревнышки какие-то. Они просто доски обрываются. Возможно, прямо с картины понабирать. Не факт, что нужно на палитру лезть. Покруглить, может быть, вот края у бревнышек, которые на другой стороне, со стороны света. Возможно, можно положить светик и закруглить его. И тогда это бревно, оно появится, у него также объем. Оно будет напоминать на такой... О, собака пришла тут храпеть. Как без нее? Приезжайте в Великий Устюг, старинный красивый город, родина российского Деда Мороза. Да. Дед Мороз-то живет там еще? Ну, а куда он денется? Дальше что у нас? У нас есть еще перила. Не буду я сейчас в дописку прям удаляться так сильно по досточкам. Хотя, как я уже сказал, что есть такая возможность у каждого из вас посидеть с каждой дощечкой и пописать, особенно близкие вот эти вот, сделать, что доски, они имеют вот такие вот разные там структурки. Каждую досочку можно сидеть и прописывать. Тоже будет интересно. Особенно на вот эти ближние, которые... Ну, давайте уйдем пока от этого. Есть у нас перила. Перила же они называются. Если их можно назвать перилами. Вставки от перил. Я бы, например, побоялся бы к ним прикасаться даже. Ну что, когда-то было перилами. Да. Ну, такие же, наверное, изобразим их. Что еще забыл там? Забыл по теневым. Тут доска, где заканчивается, у них тоже есть передняя и боковая тенюшка. Такие вот горизонтальные. Поделить можно эти досточки. Так, чтобы было какое-то разнообразие. Перила. Синий, красный. Такой темный получаем.
Все, начинаем с темного. Ну вот есть такие, которые более-менее стоят вертикально. Не совсем, конечно, все вертикально тут я вижу, но есть более-менее вертикальные. Ну давайте их поподнимаем. Например, здесь какой-то. Например, у нас стоит через расстояние. Вот здесь есть. Чуть пониже, правда? Но там что-то тоже есть. Ну и сделать, может быть, некие такие наклоны. Они, конечно же, видно, что это старые перила. Ну, бог с ним, пусть они будут чуть-чуть с наклонами. Где-то здесь, например. Дед Мороз живет тут в любое время года, встречается с туристами. Угу. А у нас рядом Щелоково, родина Снегурочки, и Плёс, где жил Левитан. Угу. Видите, как вам везет? В каких местах-то вы живете? Не, ну это, конечно же, это шикарно для художника. Такие места. Это просто. Видите, какая здесь доска идет, такая кривая, уходит туда вот. Должна так за время изогнуться. А, в общем-то, это ствол, просто дерево. Так, ну и вот смотрите, есть вертикально, а есть еще те, которые проходят у нас по. То, что называется перила. Вот. И, наверное, их тоже нужно сразу. Туда его включу. Сейчас вы его пока не видите, потому что оно темное. Как только я сейчас свет на него положу, оно сразу заиграет. Вот здесь вот есть какое-то перильце. Перильце, облокотильце. И вот тут поверху идет еще. Причем там помимо вертикальных перил еще есть вот такие вот, которые в сторону уходят. Опоры на эти перила. Вот так, чтобы вот действительно кто облокотился, так, чтобы не рухнул. И эти опоры тоже можно прописать. И тоже пока темным. Все темным. Все темным. Живопись маслом, это все темное сначала, а потом все, что может быть сделано со светом, это только на темное показываем блики. Вот тут я вижу. Вот так вот медленно-медленно что-то такое рождается. Вот тут я вижу какое-то что-то такое. Вот там где-то. Тут вот можно больше. Тут уже можно, в принципе, можно повыдумывать уже самому какие-то досточки. Ну вот то, что в темном плане мы прописали, теперь также нужно все это засветлить со стороны светика и придать объем. Прям поверх, вот так вот на кисточке, вот набрано у меня. Ага. Выкладываем эту краску. Чуть-чуть, может быть, вращая кистью, чтобы красочка хорошо стягивалась. Вытираем, потому что набирается все равно темный слой. А это не есть хорошо, нужно обязательно
Так вот, прокручивая. И прям по верху, не по самой доске, а по верху, по краешку. И так, в общем-то, везде. По вот этим стоечкам. Вот как она крикнула, красочка. Некрасиво. Убрать, если вот некрасиво легла она, или слишком ярко легла, убрать лучше, так, чтобы она не сильно выделялась среди других. Тут вот есть... Возможно, на переднем плане нужно чуть-чуть поярче. Прямо вот чуть ли не вот таким вот, то, что мы на облака выкладывали. И это возможно, потому что в некоторых местах мы все равно должны высветлять. И вот таким вот ярким, оно как раз сейчас красный с белым выделит эту доску. А я уже сам ее потерял. Ну вот как-то так. Опять закончили белила, видите? Вся краска есть, кроме белила. Белила все время уходит. Пользуйтесь титановыми белилами. Титановые — это покрывные. Никогда не берите для подмалевка, если работа пишется быстро, вот так вот, как мы сегодня пишем, не пользуйтесь цинковыми белилами, потому что вы не сможете понять. Только запутаетесь. После высыхания они будут впитать в себя весь тот слой, который просвечивается до него. И в итоге работа будет не выглядеть так, как вы пишете во время свежей краски. Все будет по-другому смотреться после высыхания. Берите покрывные цвета обязательно. Так, дальше больше, может быть, где-то бликов. Явно видно, что есть на мосту такие конкретные блички на досточках. В некоторых местах лучше взять, вот почему здесь как раз таки синтетика нужна, для того, чтобы красочка выкладывалась мягко и не царапала. Если мы возьмем сейчас жесткую кисть, она, конечно же, будет выдирать нашу краску. Ну все, вот все в общем плане, конечно же, подходим, все близимся к этому. А еще очень много всего. Не могу я сейчас пока зацикливаться. Давайте пропишем чуть-чуть. Вот здесь есть у нас. Забиваем уже кустарником. Причем надо забить так, чтобы темные оставались,
И был вот примерно такой же переход, как вот здесь. И ни в коем случае, чтобы не было все одинаково. Там я наблюдаю, кстати, есть какие-то еще растительность, также кустарники вот здесь. Можно также повытаскивать их из-под моста, из-под той стороны моста. А здесь нельзя оставлять, на данном этапе нельзя оставлять именно вот такое вот синее однообразие, темно-синее. А сделать... Сделать уже что-то такое интересное. Под мостом там же тоже вон на картинке есть какие-то растительности, поэтому их тоже нужно сюда повтыкать. Самое главное не забить однообразным, то есть не сделать однообразно, чтобы было и где-то зелененький кричал тут сверху уже. Свет он все равно там есть, не так сильно, как с правой стороны, но он попадает туда. Да. И плавно-плавно приближаемся к финалу работы. Ну, на данный момент это такой быстрой работы. Сейчас нам нужен светик еще на поле. С коровкой я, друзья, наверное, не буду сейчас запариваться. Все, конечно, можно сделать. У меня нет просто под рукой мастера, чтобы я посмотрел, как примерно. С головы я не хочу. Надо хотя бы глянуть, как она лежит или как она стоит. Поэтому коробкой придется вам самим потрудиться, если кто-то захочет коробку прописать. Так, сюда выходим на более светлое тогда. Ну вот можно, да, сюда со светиком с таким. Повытаскивать травку. И можно, как я уже сказал, есть такой хороший эффектик. Это когда мы чуточку пробиваем ее вот так. Не забывайте, что у нас есть и разные оттенки травы, там есть и такая вот больше где-то холодная, где-то такая теплая. То есть чуть-чуть красного можно добавить. Получится оранжевые оттенки, они тоже будут красиво смотреться на работе. По самым макушкам уже по траве, где-то можно даже желтенькие еще белила вмешать. И тоже будет очень красиво. Уже показать такие блички. Тут вот
по травке в этом углу. Да, не подумал я, что, во-первых, работа сама, она довольно-таки крупная для 3 часов. Поэтому даже на 3 часа, сколько у нас сейчас? 2,5 уже. 2,5 часа. Ну, полчаса у нас еще есть. Возможно, за полчаса. Если бы я не отвлекался на большие рассказы, было бы чуть побыстрее. Для того, чтобы, как я уже сказал, красочка легко ложилась и протягивалась, чуть-чуть к саму краску можно маслицем разбавлять. И да, получается такое, легко оно тянется. Ну, вот единственное, что на самых передних планах здесь вот это вот саму травку. И, конечно же, повозиться нужно, накрыть всю водичку, так чтобы она не была вот этим одним таким переходом. Здесь может присутствовать тоже вот такие отдельные точечки какие-то, отрываться от общей массы краски. И тем самым тоже напоминает, что там какая-то травинка. А главное не закрыть полностью всю теневую, не забить ее. Она должна оставаться. И вот между темным и вот этим зеленым светленьким фоном должна разница быть. Как и вот здесь от темного светлого перехода, так же и здесь разница переходов из одного цвета в другой. Также можно вот просто такие вот листочки пошлепать. И тоже смотрите по разности цвета, то есть всегда должны цвета играть. Очень хочется увидеть полностью завершенную работу. Видимо, мостик можно писать долго, тщательно. Да, на самом деле это правда так. Очень тяжело все за, ну вот сейчас 2,5 часа, но тем не менее. Конечно же, показать полностью всю работу – это просто нереально. Каждый мазок, каждый штрих, он рождает что-то в картине. И вот если его сидеть и продумывать, этот каждый штрих, конечно же, можно вплоть дописать до фотографического состояния. Но, как я уже сказал, что сегодня живопись, она особо не нуждается в этих правилах. То есть есть фотография. Сегодня есть достаточно много хороших фотохудожников, которые делают отличные фотографии. Раньше не было такого, и художники приходили вот к реалистичному такому написанию, пытались полностью показать вот это все в состоянии реализма. Мы же этого не делаем, мы делаем это больше такая интуитивная, больше импрессионизм. Поэтому эти правила уже не работают. За исключением, может быть, портретов,
там портретная живопись, это совсем другое. Попробую, видите, как он в тени и пытается сказать «я здесь». Не очень смотрится. Нужно приглушить. А вообще, конечно же, художник всегда ищет. То есть вот мы всегда пишем и пробуем. Это не факт, не значит, что там с первого движения кисти получилось то, что захотелось увидеть. Нет, мы попробовали. Понравилось, оставили, не понравилось, удалили, переделали. Также вот, как я сказал, что здесь, в принципе, все стволы нужно еще подработать. Кисть лежит практически вот так вот, лежа к холсту, держу ее практически вот двумя пальцами, без вот таких резких, без сильных зажимов. То есть все должно быть свободно, рука должна быть свободна. Ни в коем случае не прибегать к насилию кисточки. Пусть все это в свободном находится. Кисть прокручивается, когда мы вращаем кисть, с кисти сходит вот эта краска, которую мы набрали. Мало художников показывает, но пользуется этим методом. Потому что просто при протягивании кисти не получается. Но если вы внимательно посмотрите за моей рукой, все время кисточка вращается. Все время. Ну, дальше вот здесь вот все, в основном сейчас пойдет это все дописка, доработка, мелочевка вся. Жучок прилетел какой-то, тюшка, рисовать не нужно. Иди отсюда. На планерах бывает такое, пишешь, что там мошки, вся картина забивается. Ну вот, все, делим теперь различные цвета. Покрываем. Также эффект может быть возможен и как с левой, так и с правой, как с правой, так и с левой стороны. Что можно вот эти вот травки прописать. Продолжение. Ага, гроза. Это, по-моему, вторая или третья, да? Третья, наверное. Третья гроза. Еще одна прилетела перед грозой. Да, немного, конечно, много еще. Тут еще нужно повозиться. Где-то помягчить. Чуточку. Так, это у нас кошки, да? Куда-то залезли. Такими вот запятыми. Не совсем они ровненькие, а вот такими как бы запятыми. Ну вот, и когда
вы хотите посмотреть на свою готовую работу, например, я вам советую первоначально сделать фотографию и посмотреть на фотографию. Фотография передает все ошибки. Вот, это даже лучше, чем просто там через зеркало смотреть, наоборот. Через зеркало это то же самое, когда мы отвлекаемся, мы смотрим куда-то в окошечко, отвлекаемся от работы, глаз чуточку на секунду у нас отдыхает, после чего мы обращаем внимание опять на свою работу и смотрим, что нужно изменить, добавить, видно сразу все ошибки. Вот почему мастер-классы легко делать художнику, когда художник передвигается от одного человека к другому из картины в картину. Потому что, когда мы пишем не одну картину, а разные, на моем примере, когда я перехожу от одного человека к другому, я вижу сразу же бросается взгляд, когда я смотрю на другую картину, и видно все недостатки. А когда зацикливаешься на одной картине, тогда, конечно же, нужно делать паузу. Здесь вот тоже можно с одного места поперетаскивать красочку на другое место. Вот тоже такой эффект получается, где мы где-то набираем краску и перекидываем ее на другое место картины, так, чтобы она распределялась у нас и не было такого разнообразия, потому что краски на палитре очень много разных оттенков, и она должна работать по всей картине, везде находиться, не только в одном месте. Есть такой некий здесь вот скосик в сторону речки. Ну и трава, соответственно, она также немножко имеет этот скос. Готовую работу, ну, может быть, сегодня уже. Я еще, вот, как я сказал, что чуточку я сделаю большую паузу, там 15 минут, и потом, может быть, чуть-чуть я ее допишу. Чуть-чуть это не значит, что прям я ее буду полностью всю дописывать и прописывать. В этом задачи у меня нет. Для этого... Я не для этого сегодня, а для того, чтобы показать, как можно прописать простейший пейзаж масляной краской, используя простейшую технику написания, и для того, чтобы вы могли повторить, ну, хотя бы то, что сейчас рождается на картине. И так, как я уже сказал, что современная живопись, она не нуждается в такой вот фотографической точности. Нет этой задачи. Поэтому такая живопись тоже имеет право на жизнь. Она неплохо смотрится. И даже вот, в общем-то, в таком незаконченном состоянии она уже может и имеет право быть повешена где-то на... стеночку. Ну да, куда я их вешаю? Ну вот, вот каждый мазочек, каждое что-то такое в живописи чего-то, оно все вот больше и больше рождает. Постепенно мы выходим из темных пятен к светлые, и вот светлые блики появляются. Как на траве, так и на всех деревцах. Главное, не забивайте эти блики, вот, а не было, чтобы одинаково все сделано, продумывайте.
Сейчас вот я не пользуюсь, не пишу никаких коровок, никаких козочек, но помимо этого, помимо места этого, я взял более светлую такую красочку, и вот этой более светлой красочкой выделяю наш лук. Также светлый оттенок он может и на эту сторону, на более вот здесь вот уже на некоторых травинках появляться. И также можно некоторые листочки обозначить уже. Есть очень сильный такой переход, его нужно забить. Немножко поуспокоить, то есть там очень большая такая глубина темного. Немножко внести такие нейтральные цвета между темно-зеленым и вот этим светлым. На вот этой стороне здесь тоже по фотографии я вижу, что много зелени выступает и наступает прямо на мост. То есть вот здесь вот надо очень аккуратно, также можно более такой более тонкой кисточкой все это выписать. Еще одно правило: не прибегайте сразу к тонким кистям, не пишите картины, не начинайте с тонких кистей. Всегда широкой кистью. Сначала флейцем работаем. Плавно переходим на тонкие. Тонкие кисточки используются только для прописки каких-то деталей, каких-то очень таких тоненьких. Ну, я вот вижу еще по мосту нужно, очень масса здесь работы с мостом. И, конечно же, нужно еще все, вот где-то есть еще темный цвет кричит, чуточку сгладить его. Где-то светленькие настаивают на свою правоту, но их тоже надо в некоторых местах поубирать. Такой вот получается быстрый рисунок, скажем так. Но уже она, можно сказать, этюдная такая прописочка. Я думаю, друзья, что что-то вы уловили с моего сегодняшнего выступления. И я думаю, что у каждого получится по-своему интересная работа. Вот. А по сегодняшнему выступлению также я хочу напомнить, кто, может быть, позже подошел, не видел начало или не слышал, как все начиналось. Я с самого начала рассказывал, что картину можно, в принципе, приобрести, если у кого есть желание, кто не художник, а хочет вести эту картину у себя. Стартовая цена этой работы 10 тысяч рублей. При желании можете приобрести. Картина будет дописана еще, может быть, в течение часа-другого выставлена в группу. А кто хочет приобрести, на нашей странице можно ее купить. malerklasse.com в разделе онлайн, там в меню есть онлайн.
Доставка по всему миру. Вот такая вот нехитрая деревушка получается. Так, убери собаку, что она там? Спит собака. Она чавкает. Собачка бьет. Мошки так налетают. Я думаю, еще можно чуть-чуть с облаками повозиться. Еще немножко контрастности добавить в тучки. Поделить их, вот эти дальние тучки. Ну и вот такое состояние сделать. Солнечно-дождевое, может быть. Может быть, даже грозовое, кому как понравится. Не забывайте, друзья, ставить лайки, если вам понравился. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. И видео все-таки поднимаете наверх, и тем самым и больше народу смогут его увидеть. Ой, какой я сюда вляпался. Вот видите, как получается. Набрал, не вытер палец и втюхал сюда этот синий цвет, который здесь абсолютно не нужен. Сейчас надо все это исправить. Такое бывает. Но ничего страшного. Сейчас мы его сначала вытерем. А с этой стороны маска такая оставили, да, черная? Не-не-не, там травка будет. Там же есть вот эта вот светлая травочка. Я еще приду к ней. Она будет вот примерно как здесь, только будет еще такие вот светлые моментики. Там вот есть такая вот, как типа пшеницы или что-то такое. Вот, похоже очень на пшеницу, но есть такая трава. Ее тоже можно дописать, прописать. Да и везде нужно, в принципе, еще так полошкаться. Везде нужно еще полошкаться. Повозиться. Видите, она сразу нагрузилась, эта туча, и стала такая. Аккуратнее все время вытирать нужно, чтобы там не было кисть, палец, если уж попало, то чтобы не исправлять чистовик. Расскажи, как собаки и коты у нас вместе уживаются. Это вопрос? Угу. У вас и собаки, и коты, как они уживаются вместе? Вот, очень дружно живут. Иногда грызут друг друга. Ну, это коты. Собака одна, она тихая, спокойная. Два кота у нас не уживаются, вот не хотят они уживаться, все, мы их разгоняем, они дерутся постоянно. Вот собака в сторону уходит, не ввязывается в драки. Кошка тоже прячется. Кошка, она тоже старается, да, уходить. Разбор. Когда мужики разбираются. А так-то, что ж, ничего такого обычного. Ну, вот тот уголок, что же с ним сделать? Наверное, все-таки его более темным оставить.
все так, чтобы я уже сам понимал, что я делаю, чтобы не было такого лишнего или что-то нехорошее, поэтому я лучше все-таки сделаю небольшую паузу, да, как раз 3 часа сейчас, да, ровно 3 часа, вот, за 3 часа мы сделали вот такую с вами работку. Если какие-то вопросы у вас есть, пишите мне. Я еще вас выслушаю. Ну, а если вопросов нет, значит, мы можем плавненько завершать выступление. Опять попробую, что получится. Ну да, тоже можно, в принципе. Успокоить немножко. Вот тут он кричит. Здесь вот возле речки тут травка такая, она, можно травинки прям прописать. Травинки прям. А можно, опять же, таки вот такими разными подходами, где-то с точечками, где-то прям вот цветочки кто-то захочет написать. Пробуйте, все можно написать. Есть метод флеерной кисти широкой, такой, как вот Бопрос писал. Очень легко травка показывается, но мне, честно сказать, я не очень любитель вот этих мультяшных рисунков, поэтому кому-то нравится, кто-то флеерной кисточкой пишет деревья, они тоже такие получаются интересные картинки по-своему, но опять же таки на любителя, кому как нравится. На любителя. Таня, храпит собака. Ну вот так вот, конечно же, можно бесконечно сидеть над картиной, работать. Моя самая такая трудоемкая, наверное, работа была в Казахстане на выставке город Актау. Дворцы культуры, там была такая выставка, и заняла 3-е место. Я писал эту работу, а там были помимо меня такие замечательные еще художники. Почти 9 месяцев я работал. Чуть ли не каждый день по несколько часов трудился над этой работой. И картина была не очень большого формата, но вот она была сделана фотографично, то есть там была фотография на самом деле. Каждый листочек, каждая букашечка была прописана. Вот она сейчас находится где-то в Ростове или Ростовской области. Подарена друзьями была. То есть друзьям подарил, когда они уезжали. И все, больше я не знаю, где она. Ну все, в общем-то, на этом, наверное, я могу остановиться. Все, вот каждую детальку еще я тут попробую немножко уточнить, немножко там какие-то таблички покидать, что-то такое. Сейчас я посмотрю, как она по камере, если прямо поставить, может быть, чуть-чуть ближе поставить. Татьяна, переключи меня. Да, сейчас попробую. Там, может, так, ну еще, видите, еще освещение само. Еще вот как-то так наклон тут что-то у нас. Так. Так. Вот я сделаю фотографию, обязательно напишу, сделаю фотографию, вы увидите уже
в самом финале, что там произошло. В принципе, многого здесь ничего не произойдет. Так, читаю последние комментарии. Крайне. Спасибо, да, крайне. Вам спасибо, что вы пришли. Спасибо за отклики. Пишите комментарии, пожалуйста, под видео еще вот после того, как вы будете, может быть, второй, третий раз просматривать. Чат, наверное, уже не будет работать, а под видео можно оставлять свои комментарии. Ну и там вопросы какие-то, может быть, будете задавать. Не забывайте, поставьте, друзья, лайки. Я знаю, что вы смотрите. Вам не тяжело. Вот даже дизлайк. Спасибо за дизлайк. И кто не знает, хочу вам сказать, что дизлайк и лайк – это одно и то же на YouTube. Вы также меня продвигаете. Так что вам тоже спасибо за дизлайк. Ну что, на этом я думаю, что мы сможем с вами попрощаться. Все, комментарии не вижу, вопросов не вижу. Ага. А, засвечено, смотрите, как оно по-другому смотрится. И очень много света на самом деле. Сейчас посмотрю. Так. Не видно облака. Странно. Все переливается. Может быть, со стороны будет не так сильно. Очень много света, и на фотографии будет по-другому чуть-чуть смотреться. Посмотрите. Вот. Все, друзья, до новых встреч в эфире. Спасибо большое, до свидания. Желаю вам всем крепкого здоровья. Пока-пока.